Никаких у нас трещин ни в стенах, ни в потолках полностью отсутствует. Этот дом в поселке Васильево на пути к выходу из статуса аварийности. Окончательный вердикт за Фемиды Верховного суда. Сейчас пятиэтажка прошла две экспертизы. Есть две экспертизы. Обе они говорят о том, что дом не аварийный. Поэтому мы ждем положительное решение. А вот больше 1000 аварийных домов в республике уже с приставкой «Экс». Теперь вместо сноса их ждет капитальный ремонт. Сегодня глава Минстроя Ирик Файзуллин отметил, дома нужно привести в порядок. Я уже напоминал, должны быть включены все многоквартирные дома, которые были в аварийности и вернулись у нас в обратную сторону. Это почти 200 тысяч квадратных метров жилья, более 1000 домов. Люди должны платить за капитальный ремонт, и эти объекты, возможно, в рамках текущего ремонта уже какие-то действия по ним мы должны произвести. Кроме того, порядка 1000 домов в этом году ждет капремонт. Но оперативнее всего придется привести в порядок улицы, парки, береговые зоны. Экологи уже выявили 470 свалок, 70% ликвидировано. Президент поручил не идти на уступки. И если мы сейчас вот не уберемся, это все так и останется. Поэтому максимально требовательно наказывать. Там, где понимания нет. Не менее актуальный вопрос – посевная кампания. Министр сельского хозяйства сообщил, придется потратить больше денег. Банками выданы кредиты на 9,8 миллиардов рублей. А порядка 2 миллиардов – это деньги республики по новой программе. Поэтому прошу руководителей сельхозформирований, подключиться и глав муниципальных районов для контроля, ускорить освоение предусмотренных вам этих средств. Иначе в июне месяце они будут направлены на поддержку других направлений АПК. Сейчас освоено 36% этих средств на господдержку. Могут рассчитывать агрокомпании, у которых нет задолженности по налогам. Альбина Минибаева, ТНВ, Казань.